В отдаленные поселения Нижневартовского района скоро отправится баржа с продуктами, бытовой техникой и другими необходимыми товарами. В муниципалитете начался второй этап досрочного завоза. Пока идет навигация, в Корлике, Ларьяк и Сосновый Бор нужно доставить тонны необходимого. Это и крупы, и консервы, холодильники, водонагреватели, кирпичи, гипсокартон. В этом году в эти поселки за три рейса отправят 450 тонн груза. Последний намечен на сентябрь. К слову, баржу, на которой возят товары народного потребления, оснастили вместительной морозильной камерой. Поэтому жителям поселков стали доступны и замороженные товары. Порадуем детей мороженое. То есть стало хорошей традицией. Отправляем и мороженое. Вот. Также будет отправлено, значит, это в первую очередь для школы. Школьный рынок у нас открывается в августе месяце. Будем отправлять канцтовары, все школьные принадлежности для детей, чтобы дети пошли в школу уже упакованные.